С вами канал Улица Москвы. Мы в переулке Малый Рогожский Таганского района. Здесь также происходит ремонт. Мы высадили еще деревья. Ну, ноябрь месяц. В принципе, такое время подходящее для высадки. Вон какой подъезд, какая дверь. Вот номер дома. Малый Рогожский, 11. Ну, какой небольшой переулочек тут. Ведь не понимаю, почему только тут с двух сторон столбы ставят. Подвесные, что ли, фонари будут? Или они хотят сверхусиленное освещение? Посмотрим. Везде тут подняли тротуары. Уже устал ходить, если честно, как трактор тут езжу. Погодка. А за окном метель метет, белая красавица, как пел Ляпис. Красавица, только рукам не нравится. Скамеечки, также светильнички подвесили. Ну, в ЦАУ традиционно больше внимания уделяется благоустройству дворовых территорий. Это не значит, что в других округах не уделяют этого внимания, просто здесь просто каждая мелочь буквально учитывается. Вплоть до велосипедного крепления у подъезда, как вот мы видели в Пресненском районе, или фонарика, подсвечивающего лавочку. Немножко прочистил, вот так вот, о, прям снежочек тут красивенько падает. Ну вот это Рогожский вал уже фактически, по нему ходят трамвайчики, а на той стороне музей московского транспорта. Надо переулок.